Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва Центрального спортивного клуба армии является одним из ведущих в Москве центров по подготовке фигуристов. Достаточно вспомнить, что именно в ЦСКА работал один из мэтров отечественного тренерского цеха Станислав Жук. В конце декабря в Москве прошло открытое первенство специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА по фигурному катанию на призы Деда Мороза. Эти соревнования проводятся с целью популяризации и развития фигурного катания на коньках среди детей и подростков, повышения спортивного мастерства занимающихся фигурным катанием, расширения связей между спортивными школами Москвы, Московской области и городов России. По окончанию соревнований юные победители и призеры были награждены почетными грамотами и памятными подарками от Деда Мороза.